От телекамеры Евгений Грачев спешно прячет лицо. Сегодня областной суд должен поставить точку в его уголовном деле. Молодого жителя Рыбинска обвиняют в особо жестоком убийстве. По версии следствия, своей соседке по коммуналке подсудимый нанес больше 130 ударов ножом и около полусотни тупым предметом. В тот вечер где-то с 20 часов 21 марта он пригласил 5 молодых людей, которые вплоть до часа ночи 22 марта распивали спиртные напитки, курили, включали музыку, вели себя очень шумно. По версии следствия, погибшая Ольга Кочнева сделала несколько замечаний шумной компании. Как говорит сам подсудимый, женщина его сильно оскорбила, назвав пьяницей. Когда друзья разошлись, Грачев зашел в комнату к соседке с ножом в руках. После убийства мужчина опомнился и стал заметать следы. Уничтожил, как он говорил, на следствии, следы преступления, то есть сжег нож, всю свою одежду, обувь. После этого клинок ножа выбросил в реку Черемуха и ушел ночевать к своему приятелю. Евгений Грачев долго не мог определиться со своей позицией в суде. Сначала частично признавал вину, но говорил, что нанес погибший только 2-3 удара ножом. Также от подсудимого звучала версия, что его заставили взять вину на себя. На одном из заседаний на глазах у рыбинца даже были слезы. Грачева признали вменяемым. Сегодня суд приговорил его к 15 годам строгого режима. Георгий Колчин, Юрий Кораблев. Оперативное вещание.